что я вот когда здесь в окно смотрю, что трава не скошена, думаю, была бы коса, я бы скосила. Косить траву, жать просы и рожь Тамара Маслаева научилась рано, в 6 лет. Ровно столько ей было, когда началась война. Отец ушел на фронт, мама и бабушка на работе. После школы авиационный техникум и переезд в Омск. Там Тамару Александровну уже ждала работа в кузнечном цеху. Металл, грохот, сквозняки, холод, все там есть, все совмещается. Но все выдержало, вот я там, видимо, и закалилась. Кузнец своего счастья. В кузнечном цеху Тамара Маслаева встретила своего будущего мужа. Чуть позже на свет появилась дочь Марина. В Кубинку переехала в 96-м, чтобы помогать с внуками. Главное не унывать, если где-то что-то не получается, не отчаиваться, идти дальше, преодолевать надо все, поэтому все сложится так, как задумано будет. Сегодня Тамара Александровна принимает поздравления, ей 86. Настроение хорошее, форма одежды парадная, встречает почетных гостей, однопартийцев. Мы хотим вас поздравить с днем рождения, пожелать вам крепкого здоровья. Спасибо. Вот. Удачи, чтобы у вас все было хорошо. Но самое главное впереди. Вечером за праздничным столом соберутся самые близкие. И это, пожалуй, лучший подарок. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».